Ну, молодец, Евлига Константиновна. Подготовилась к празднику хорошо. Дед Мороз меня ваш, а не то я праздник ваш превращу в большой скандал. Где ли ты меня видал? Знаешь, я же папа Гром. Сейчас устрою этот погром, полетит все кувырком. Назначай мне Снегурной, а не Снежной королевой. Я везде хочу быть первой. Ох, и хитрая ты штучка. Погоди. Придет вот внучка, она со мною собиралась, но в дороге потерялась. Все ее тут очень ждут. Скажите, как ее зовут? Давайте все дружно.
Спасибо!
подождите минутку, Дмитрий, а давайте поиграем. Давайте поиграем. Егорочка, будешь с нами играть? Иди играй с нами, куда не поиграть. Итак, вы знаете, что это волшебный посох? Я могу все, что угодно заморозить. Вот, я сейчас буду называть части тела, а вы их прячете, а то замерзну. Итак, я сейчас заморожу ваши ушки. Прячьте уши, заморожу. Ну, молодцы. Все спрятали ушки. А теперь я заморожу ваши носики. Заморожу носики, заморожу всех, заморожу носики. Все спрятали носики. А теперь я заморожу ваши коленки. Коленки прячьте, заморожу. Ну, молодцы. А теперь я заморожу ваши хвостики. Заморожу хвостики. Нету хвостиков. Нету хвостиков. Ну, все. Здорово. А еще я могу заморозить ваши животики. Давайте, прячьте все животики. А еще я заморожу ваши рожки, рожки заморожу. А я тоже. Пошути. Ну, ничего не заморожу сегодня. Все умные детки. Молодцы. Итак, следующий конкурс. Волшебная музыка и стулья. Так, нам нужно 6 человек. Выходите, кто самый смелый?